У меня такое немного экспериментальное видео со звуками природы. Я тут немножко в отъезде нахожусь. И я взяла с собой один набор для вышивания. Не знаю, буду ли я что-то здесь вышивать, успею ли я вообще, но я думала, что в свободное время буду этим заниматься. Вот такой набор от чудесной иглы. Я надеюсь, меня слышно хотя бы. И я хочу его вышить здесь. Не знаю, вообще выйдет это видео или нет, потому что я не рассчитывала вообще, что я буду записывать, но подумала, почему бы и нет, в принципе. Потому что я все взяла, там, все необходимые приблуды для этого, и чем мне еще заниматься, собственно? Хоть я взяла с собой планшет, но у меня интернет только на телефоне, и все. А раздать с телефона у меня такая симка дурацкая, я не могу. Поэтому вот. Если вам интересно, как я тут буду в полевых условиях что-то вышивать, я даже не знаю, как это снимать на самом деле. Потому что у меня здесь ничего нет, ни штатива, ни какой-то подставки. У меня есть подставка такая маленькая, складная, мобильная для из Икеи. И все. Я не знаю, как с нее что-то снимется. И, в общем, вот. Если вам интересно вдруг посмотреть на мои вышивания в полевых условиях, то добро пожаловать, не переключайтесь. Вот такая вот складная у меня подставка. Это максимум. И телефон у меня помещается, вот, по-моему, только вот сюда. А для вот этой он толстый, особенно когда он в чехле, вообще не помещается. Ну, в общем, сейчас покажу, что я с собой взяла. Представляю вашему вниманию набор юной путешественницы. Миллиард проводов, планшет, книга и на повестке дня мой цветочек. Мой цветочек. К нему я взяла магнитницу. Все время хочу ее назвать магнитница, игольница. Ножницы. Пяльца. Готово. Вчера вечером пришлось экстренно уехать, и я так и ничего там и не вышила. Но раз я уж начала это снимать, куда я денусь-то? Вот, уже два уха, смотрите. Сегодня рано встала, вообще не выспалась. Кошмар, но продолжаю. Надеюсь, я закончу сегодня. Ну, не сегодня, вряд ли я закончу, но в ближайшие дни, два максимум дня еще себе дам. Готов мой трафаретик. Смотрите, какой лопоухий медвежонок. Первый, кстати, медвежонок, который у меня будет вышиваться в моей коллекции медведей. Ой, ну, конечно, это чебурашка наоборот. Я не помню, говорила я или нет, свои ощущения от этой вышивки, от этого сюжета. Башка большая, ушки маленькие. Ну, мило, мило, очень мило, вообще, ну, прелесть, я не могу, но я вот эту вот безобразию вышивать не буду, как и на других своих работах, я не вышивала это, где мне попадались вот эти вот летучие, ползучие, no, не надо мне, он тут абсолютно лишний, вот, вот так, все, посмотрите, как сразу заиграла новыми красками, красота, красота. Основное полотно, основная часть. Почему у меня полотно заело мне? После сумки, я просто сумку еще доделывала. Все, у меня в голове одно сплошное полотно. Других слов не знаю. Забыла, вылетели из головы. Вообще. Ай, какая красота, господи, какой он милый. Мне кажется, на превью он как-то выглядит, ну, прям чересчур таким вот мультяшным, что ли, не знаю. Я, конечно, еще бэк не сделала, но в любом случае, даже переход оттенков уже на отшиве гораздо плавнее, менее заметнее выглядит, прям мне очень нравится.
такой, ну, просто лапушечка мне осталось, как вы могли заметить. Табуреточку травинки и цветочек вышить, и все. Ну и бэк, соответственно, сделать. Буду заниматься бэком и уже потом приступать все это распяливать и делать табуретку с цветком. Господи боже мой, все, голова уже спит. Боже мой, это нитка коричневая, которую я бэк делала, да? Ну, смотрите, ай, как красота, там мне ножки только остались, потом я уже буду перезапяливаться и делать табуреточку и цветочки. В общем, эта нитка просто какой-то сущий кошмар. Я начинала бэк вышивать, и глазки, это все один тот же цвет, да, вот тут крестики глазок, маленьким отрезком этой нити, потому что в этом наборе, я не знаю, по-моему, чудесные иглы только в старых наборах, так что нитки все разной длины. И там в несколько пасм было этого коричневого цвета, две пасмы было длинные, и одна пасма была в половину длины от вот этих вот двух других пасм. И вот эта вот маленькая пасма, я взяла специально маленькую пасму сначала, она была просто изумительно идеально, и у меня ни одна нитка не перервалась. Я вышиваю вот бэк сейчас, делаю бэк этой длинной пасмы, и она уже столько раз у меня перервалась, и она сложно засовывается в иглу, потому что она просто рассыпается на несколько ниток, одна нитка на несколько ниток, это ужас просто какой-то, я намучилась уже с ней страшно, но мне очень нравится результат. Такая прелесть, просто посмотрите, какие у него трусишки, а личико, личико вообще, восторг. Готово. Ну как готово, основная часть и мелочевка осталась, табуреточка и цветочек. Продолжаем. Я не заметила, что я ошиблась на один ряд, нужно было выше вышивать цветок от травы на два ряда выше, а не на один. И мне пришлось все распарывать. Я вот сижу, горблю спину, угробляю себе это зрение, блин. Ужас, я так расстроилась, я думала, все, мне осталось только обводка, я уже начала обводку делать. И на моменте с обводкой я думаю, что-то не то. Сори. Дети орут под окном. Готово. Так, ой, извините. Ну-ка нафиг отсюда. Ну, конечно, не глажено, у меня, конечно, простите, я уж гладить не буду, гладить буду тогда, когда буду это все оформлять, оформлять не знаю, когда буду. Ну, такая красотенечка. Подразумевался этот набор как такой поездочный, походный, в походных условиях полевых. Но судьба все расставила на свои места, и мне пришлось его доделать, точнее, грубо говоря, прямо-таки начать и закончить, и продолжить дома. Ну, я нисколько этому не опечалена, этому факту, наоборот, очень даже рада. В комфортных условиях будет еще время что-то повышивать где-то вне дома. Ну, классный цветочек, ой, с этим розовым цветом. Тут самый темный оттенок в цветке, он идет комбинированный. И из-за того, что я распарывала, мне его хватило еле-еле впритык, я обрезками уже еле-еле довышивала. Это кошмар какой-то был, я думала, мне не хватит, придется искать в своих закромах что-то похожее на этот оттенок. Но нет, все срослось, еле-еле, прям душа в теле мне хватило.
Ну какая красотища! Смотрите, какой цветочек классный вообще. Табуретка. В табуретке я тоже нафартачила, причем два раза. Один раз я распускала, а второй раз я уже не стала распускать, потому что там совершенно некритичная ошибка, в отличие от первой ошибки, где там я съехала на один столбец влево. Но это мелочи. Все готово, все сделано. Очень он потрясающий, очень милый. Вот такая вот изнанка у меня получилась. Вдруг кому-то интересно. В целом, очень чистая изнанка, за исключением вот этого вот безобразия. Но, знаете, не надо не на изнанку смотреть, а на готовую работу, на лицо, так сказать. Ой, ну вообще красота. Я извиняюсь еще раз, покажу вам в следующих кадрах перебивку с поближе. Не с фронтальной камеры, но гладить не буду. Уж примите и поймите так, как есть. Спасибо огромное, большущее за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось, может быть, заняло ваше время. Мой процесс, то, как я это все вышивала, мне очень все понравилось, я очень всему рада, не зря я этот набор взяла, хотя у меня были сомнения, думаю, блин, зачем я его начала вообще, раз приехала, но нет, в процессе я в него влюбилась по новой, и хочу еще парочку наборов из этой серии, я не знаю, я не могу сказать, что я прям такая серийница, но, видимо, серийница, очень хочу, там такая прям чуть тесная, есть один чудесный сюжет, он мне так нравится. Ну, когда-нибудь до него мои ручки тоже дойдут, приобрету, найду и вышью. Вот, еще раз большое спасибо за просмотр и обязательно, обязательно себя берегите, это очень-очень важно.